В Армавире объявили в розыск участника перестрелки, в которой погиб офицер Росгвардии и еще два человека. Сегодня ночью в одном из ресторанов города вспыхнула ссора. Исполняющий обязанности начальника городского отдела вневедомственной охраны, увидев это, вмешался и попытался предотвратить конфликт. В результате офицер получил ранение и позже скончался в больнице. Личность стрелявшего установлена. Это 35-летний местный житель Мухтар Малсюгенов. А обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.